Hello guys. Привет. Welcome back to my channel. And my series Listen and Read. But today we are not going to read, just listen. And I would like to receive your feedback about this video format. Making videos when you have an opportunity to read russian and english versions of the text are very time-consuming. but i want you to know various russian literature pieces. so i decided to try podcast format. please write a comment or give a thumbs up to this video if you like such podcast format and would like to listen to my reading more. today i'm going to read a russian fairy tale, goosey lebidi. let's get started. Жила одна семья. Отец, мать, да двое детишек, дочка и сынок маленький. «Дочка», — говорила мать, «мы пойдем на работу, принесем тебе гостинцы. Будь умна, береги брата, не уходи со двора». Родители ушли, а дочка посадила брата на травке под окошком, а сама побежала на улицу. Заигралась, загулялась, забыла, что ей приказывали. Налетели с неба гуси-лебеди, подхватили на крыльях мальчика и унесли. Пришла его сестрица с улицы, глядь, братца нет. Поискала тут и там, нигде нет. Звала его и плакала, а сама причитывала, как худо будет от отца и матери. Но братец так и не откликнулся. Побежала девочка в поле и вдалеке увидела, как гуси-лебеди скрылись за темным лесом. А про них давно молва ходила, что много эти птицы проказничали и малых детей крали. Девочка и подумала, что это они ее братца унесли, бросилась за ними в погоню бежала, бежала. Тут на дороге стоит печка. «Печка, печка, скажи мне, куда гуси-лебеди полетели?» «Съешь моего ржаного пирожка, тогда скажу». «О, у моего батюшки пшеничные не едятся, а ты мне ржаные предлагаешь». Печь обиделась и не сказала, куда гуси-лебеди полетели. Побежала девочка дальше, а там стоит яблоня. Яблоня, яблоня, скажи мне, куда гуси полетели? Съешь моего лесного яблока, тогда скажу. О, у моего батюшки и садовые не едятся, а ты мне лесное предлагаешь. Яблоня обиделась и не сказала, куда гуси-лебеди полетели. Побежала девочка дальше. А там течет молочная речка, кисельные берега, Молочная речка, кисельные берега. Скажи мне, куда гуси полетели? Выпей моего простого киселька с молоком. Тогда скажу. Ой, у моего батюшки и сливочки не едятся, а ты мне простой кисель предлагаешь. Речка обиделась и не сказала, куда гуси-лебеди полетели. И долго бы девочки бегать в поиске, но, к счастью, встретился на дороге еж. Хотела она его толкнуть, но побоялась иголок. Спрашивая девочка. «Ежик, ежик, не видал ли, куда гуси полетели?» «Вот туда-то!» и указал направление. Побежала туда. Стоит избушка на курьих ножках. В избушке сидит баба Яга, а братец на лавочке играет золотыми яблочками. Увидела его сестра, подкралась, схватила и унесла а гуси за нею в погоню летят, нагонят злодеи, куда деваться? Течет молочная речка, кисельные берега. Речка, матушка, спрячь нас. Выпей моего киселька. Нечего делать, пришлось выпить. Тогда речка посадила ее с братцем под бережок, а гуси не заметили детей, мимо пролетели. Вышла девочка с братом, сказала «Спасибо, и опять бежит с малым домой. А гуси воротились, летят навстречу. Что делать? Беда! Стоит яблоня на пути. Яблоня, яблоня, спрячь нас! Съешь мое лесное яблочко! Поскорее съела девочка яблочко, и дерево ее с братцем заслонило веточками, прикрыло листиками. Гуси-лебеди тем временем детей не заметили, пролетели мимо. Вышли брат с сестрой и опять побежали. А гуси-лебеди увидели их, да за ними в погоню. Совсем налетают, уж крыльями бьют, того и гляди, из рук вырвут мраться мальца. К счастью, по дороге встретилась печка. «Сударыня, печка, спрячь нас! Съешь моего ржаного пирожка!» Девчушка поскорее пирожок в рот, а сама в печь села в устье. Гуси-лебеди полетали-полетали, покричали-покричали и ни с чем улетели. А дети прибежали домой. Да хорошо еще, что успели прибежать. А тут и отец, и мать вернулись. Thanks for listening. Don't forget to give a thumbs up if you like this podcast format. Спасибо! Пока.